В этом видео рассмотрим 4 полезных алгоритма, и заодно я объясню, почему они полезны, потому что не всем очевидно, где они применяются. Алгоритмы для построения удачных чертежей. Вот первый алгоритм я называю 3.5, он нужен для угла в 30 градусов. Встречается сильно чаще, чем вы можете себе предположить. Итак, где это встречается? расскажу чуть позже, а сначала, собственно, в чем алгоритм. Почему 3,5? Надо, чтобы построить угол в 30 градусов, отложить 5 клеточек и 3 клеточки вот как-то так, чтобы получился прямоугольный треугольник, и вот здесь у вас получится угол близкий к 30 градусам. Почему он близкий к 30 градусам? Ну, потому что здесь у нас катеты 3,5, а если посчитать арктангенс 3,5, Собственно, у нас тангенс вот этого угла как раз-таки равен 3 делить на 5, да, получается арктангенс трех пятых, это ровно этот угол, получится приблизительно 30 градусов. Вот давайте убедимся в этом, потому что некоторые думают, что там точность небольшая, вот я беру такое, открываю. Значит, Google, я тут это уже искал, арктангенс с 3,5 в градусах набираем. И получается 30,96. То есть, видите, 31 градус. Тут погрешно всего в 1 градус. Понятно, что это супер близко к 30. Зачем это нужно? Где это применяется? Да, потому что это применяется, потому что нам очень часто нужно построить, например, равносторонний треугольник. Смотрите, как его построить теперь. Вот я возьму сейчас равносторонний треугольник и вот так вот отложу 3, еще отложу 3. Получается, у меня здесь серединочка, и вверх отложу 5. И тогда у меня вот тут вот получается еще одна вершинка Равностороннего треугольника и получается супер близкий к равностороннему треугольник. Потому что тут у нас два угла по 30 градусов, они вместе дадут что-то близко к 60 градусам. Ну и так как это равнобедренный треугольник, тут все будет близко к 60 градусам. То есть, вот у нас на руках, собственно, равносторонний треугольник. Ну, я надеюсь, не надо объяснять, чем полезен равносторонний треугольник. А еще это бывает полезно для того, чтобы шестиугольник, например, правильно построить. Вот я беру, например, какую-нибудь точечку от нее строю например вот так вот 3 вниз 5 раз два три 4 5 вот в эту точку попадаю. здесь ну не очень хорошо рассчитал в эту точку попадаю. и получается у меня вот такой вот уголочек он уже равен смотрите вот мои уголочки по 30 градусов вот 30 градусов да и внизу точно такой же уголочек в 30 градусов получается здесь у нас 120 градусов и это уже видно как связано с треугольником в смысле с шестиугольником правильным вправо мне надо будет отложить 6 клеточек раз два три 4 5 6, ну, на самом деле, здесь надо немножечко до 6 не доходить, потому что здесь у вас получится корень из 34, это почти 6, да? Это меньше, чем корень из 36. И вот здесь вот нужно будет уже с учетом вот этой вот погрешности там в какую-то часть небольшой клеточки тоже отложить вправо 3 вверх 5. Плохо я здесь, конечно, рассчитал клеточки, но в конце концов у вас получается шестиугольник очень близкий к равностороннему. То есть мы видим по чертежу, что это, ну, очень хороший равносторонний шестиугольник. Итак, это первый алгоритм. Идем дальше. Второй алгоритм касается, собственно, построения окружности. Чтобы окружность построить, вот, например, давайте посмотрим, как мне построить окружность с центром в этой точке, да, радиуса 5. Вот, например, радиус ее её... Будет равен 5. Для этого я беру центр и не всем это очевидно, но надо просто от центра сначала отложить 4 точки вверх-вниз, влево-вправо на расстоянии 5. И это самые главные наши будут точки. И если вы это делаете в клетчатой тетраде, то дальше очень легко, вот так вот, то есть мне тут не очень легко, потому что я на графическом планшете это делаю, но когда вы делаете это в тетраде, получается намного ровнее. Во всяком случае, так будет сильно ровнее, чем если вы будете так. Совсем плохо получается, вот, и, и, и во всяком случае будет сильно ровнее, если вы просто на глаз, да, без этих четырех точек попытаетесь начертить окружность радиуса 5. Вот смотрите, как я могу теперь улучшить эту ситуацию? На самом деле у этого алгоритма, да, не знаю, у лайфхака, если хотите, есть следующий уровень. Как я могу улучшить чертеж? Вот. 5 это не просто так, вот у меня радиус такой. На самом деле, надо вспомнить, что 5 в квадрате это 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. Это у нас египетский треугольник, если кто-то помнит, что это такое. Тогда я не только откладываю вот такие вот 4 точки влево вправо вверх вниз да? но еще кроме них получу еще целых восемь точек смотрите в чем дело если я пойду теперь на 4 влево на 3 вверх то у меня получится вот эта точка удаленная от центра тоже на 5 а значит она тоже лежит на окружности на 4 влево на 3 вниз еще одна точка на 4 вниз на 3 влево еще одна точка то же самое вправо вниз еще одна точка, еще одна точка, и здесь точка, и здесь точка, и очень уже много точек, через которые эта окружность будет проходить, остается эти точки только соединить, и здесь в пряморукость нужно, чтобы соединить эти точки нормально. Как видите, у меня не всегда это проходит, но я просто это делаю на графическом планшете. В тетради это сильно удобнее. Но видите, даже у меня на графическом планшете получается достаточно неплохо. Вот такая вот окружность радиуса 5. И вот давайте еще раз с этим треугольником не, не всем бывает понятно. Еще один пример рассмотрим. Например, мне надо начертить окружность, скажем, радиуса корень из 17. Что я понимаю? Что... Корень из 17 это Корень из 1 в квадрате плюс 4 в квадрате. Если вы можете радиус вот так вот представить, как корень из суммы квадратов, то тогда у вас будут удобные треугольнички. Вот смотрите, 1 влево, 4 вверх. Получается вот эта вот точка, находящаяся на удалении корень из 17. Да? Здесь у меня будет такая же симметричная ей. Влево и вверх, влево и вниз, вниз и влево. Вниз и вправо. Вот так вот еще две точки. И еще две точки вот такие. У меня уже в целом 8 точек, через которые уже можно окружность чертить. Получается что-то вот такое. Вот такое. Ну, здесь, ладно, не очень хорошо пошло, согласен. Ну, как... До этого, собственно, буду оправдывать себя тем, что я черчу на графическом планшете. Это действительно не так удобно, как может казаться. То есть, когда вы пишете быстро, получается аккуратно. Когда пытаетесь такую аккуратную штуку начертить, не всегда получается. Итак, это то, что касается, собственно, окружности. Второй такой вот алгоритм. Идем дальше. Третий алгоритм. Он нужен для того, чтобы строить куб. И супер полезен в тригонометрии. Он не так важен, когда вы делаете, например, задачу первой части, но если вы решаете задачу второй части, там... Важен очень хороший куб. Смотрите, алгоритм я называю 3,512. Что здесь происходит? Вы берете, значит, одну точечку, от нее откладываете сначала какую-то следующую вершину э, на удаление, вот как бы в 5 вправо, 3 вверх, то есть понимаете зачем, да? Здесь у нас уголочек будет близкий к 30 градусам. И оказывается, что это лучший угол, под которым можно боковые ребра, э, точнее, ну не то, что боковые ребра, да, а ребра основания друг относительно друга расположить. И потом, причем здесь 12? 12 это длина ребра. Я буду вот 12 клеточек отсчитывать сейчас вправо, да, чтобы отложить 30 вершины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вот здесь у меня будет находиться еще одна вершина отсюда я снова иду вправо 5 в 3 вверх на 3 так, и соединяю, собственно, здесь, соединяю вот эти ребра. Дальше пунктиром соединяю вот эти ребра, и у меня получилось основание. В основании должен получиться вот такой вот параллелограмм. Есть люди, которые, понимая, что в основании кубок квадрат, чертят реально квадрат, и потом пытаются что-то с этим сделать, и, ну, чертеж, естественно, очевидно, не получается. Вот, сейчас покажу, кстати, неудачные чертежи. Так, здесь я иду просто вверх на 12, 4... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот такой. вот у нас получается ребро боковое. Здесь у нас то же самое. Мы, получается, вверх на двенадцать прошли. И соединяем верхние ребра. Так, здесь тоже проводим ребро длиной двенадцать. То есть все остальное я уже делаю на глаз, в принципе, можно увидеть, да, где будут находиться основные, остальные вершины, просто вот уже по проведенным ранее а, ребрам просто сориентироваться. И получается вот такой вот куб. А, я 11 лет уже преподаю математику, готовлю людей к ЕГЭ, и мы постоянно там решаем задачи по стереометрии. А, и за 11 лет я понял, что вот этот куб, да, это самый-самый-самый вообще... А, самый удачный способ начертить куб. А, потому что... Он не слишком большой, но и не слишком маленький, то есть на нем удобно решать задачи второй части. И при этом здесь выгодно расположены все ребра, то есть у него нет, например, минуса, какой был бы у этого куба. Согласитесь, это тоже достаточно такой аккуратненький куб. Но у него есть один очень большой изъян. Если я попытаюсь провести диагональ, то Смотрите, она совпадает с боковыми ребрами, поэтому не надо ни в коем случае вот эти вот э, ребра основания, да, располагать под углом 45 градусов. Если вы посмотрите, именно это я сделал на этом чертеже, то есть у меня 3 вправо, 3 вверх. А если сделать как вот по алгоритму 3, 5, 12, 5 вправо, 3 вверх, то получится, собственно, хорошо. И здесь, например, если мы будем проводить э, главное, главную диагональ куба, да, ну или просто диагональ куба, получается вот такая вот замечательная диагональ ни, ни, ни на что она не накладывается дальше есть еще вот такой вот плохой чертеж когда а, накладываются два ребра боковых друг на друга. Ну и вообще это, собственно говоря, не куб, потому что очевидно, что вот это вот ребро, оно сильно длиннее, чем ребро вот это, да, получается у него в основании все-таки какой-то прямоугольник. Ну и совсем крайность, бывают люди, которые, значит, чертят в основании сначала вот такой вот квадрат, да, потом чертят такой же квадрат сверху, и у них ничего не получается, они этот квадрат начинают куда-нибудь вправо там, например, сдвигать, ну и, в общем, в конце концов получается какой-то франкенштейна не куб. В общем, если у вас в основании, собственно, если у вас куб, то в основании его будет квадрат, который лежит под углом, значит, выглядит как параллелограмм. Имейте это в виду. Ну и переходим к четвертому там, трюку, лайфхаку, как хотите. Это шестиугольник в основании. У меня уже есть видео, где я показывал, как шестиугольник в основании, собственно, изобразить. Но а, с тех пор я улучшил алгоритм. И, собственно, он основывается также на 3 и 5. Называю этот алгоритм теперь 3, 5, 12, 45. Итак, давайте разбираться, что за 3, 5, 12, 45. А, Во-первых, мы берем какую-то одну вершинку. Дальше откладываем 5 вправо и 3 вниз. Получается у нас, собственно, следующая вершинка, это будет у нас, собственно, две вершины основания, которые можно между собой соединить. Дальше идем на 12 вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать отложили. И соединяем с предыдущей вершинкой, получаем еще одно ребро. И дальше располагаем следующую вершинку под углом, следующее ребро, точнее, под углом в 45 градусов. То есть, если в случае куба 45 градусов плохо, то здесь нам 45 градусов абсолютно необходимо. По какой причине? Сейчас увидите. Если я расположу вот эти два ребра одинаково, то у меня на самом деле будут боковые ребра совпадать. Сейчас увидите на чертеже. Что дальше делать? Дальше я от этой вершины снова откладываю 3,5. То есть 3 вверх и 5 раз, два, три, четыре, пять влево. Так что у меня следующая вершина находится не на той же вертикали, что и предыдущая, да, получается вот такое вот ребро, оно уже будет невидимо, и здесь я откладываю также под углом 45 следующую вершину, так, чтобы вот эти две находились не на одной вертикали, так, соединяю их ребром, пунктирным, потому что не будет видно у меня этого ребра и, соответственно, вот такое вот заднее ребро э, провожу, оно тоже будет иметь длину 12. Так, не уверен я, что у меня сейчас здесь боковые ребра влезут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, давайте у меня будет такая вот призма слегка приплюснутая, э, потому что не влезает у меня здесь э, ребро высотой 12. Итак, дальше я в э, верхнем основании, повторяю, все то же самое, провожу. То есть вот так, вот так. Здесь у нас будет еще одна вершина. Это как раз таки 5,3 я отложил. Так, и повторяю все один в один то же самое. И вы видите, да, что получается уже в целом очень такая вот неплохая шестиугольная призма. Ну, либо если бы я хотел, например, э, там, пирамиду шестиугольную построить, то что бы я сделал? Сейчас посмотрим. Так, вот у нас готова призма. А если мне нужна была бы пирамида, то я бы сначала визуально провел вот так вот две диагонали, чтобы увидеть, что они пересекаются вот в этой точке, да, то есть мне нужна вот эта точка. Я бы взял эту точку, от нее отложил бы, собственно, вершину пирамиды где-то здесь и в нее проводил бы диагонали. Но смотрите, вот такая вершина, это неудачная вершина пирамиды, потому что в таком случае у меня вот такие два ребра здесь и вот такое заднее ребро совпали бы. Вот, нужно было бы для этой пирамиды брать вершину повыше, например, где-то здесь. Тогда у меня боковое ребро такое и еще одно боковое ребро находится чуть подальше и не совпадает с этим боковым ребром дальше проводили бы еще вот такие вот боковые ребра, и на этом основании получили бы вот такой вот шестиугольник. Ага, смотрите, все равно плохо, потому что у меня совпадают вот эти вот два боковых ребра. То есть, видите, здесь все-таки треугольную пирамиду строить значительно сложнее. Ой, треугольную, шестиугольную пирамиду строить значительно сложнее. Вот на самом деле так должно было пройти. Короче, следите за тем, чтобы боковые ребра друг на друга не накладывались, когда работаете с шестиугольником в основании, да? Таким образом, вот такие вот получаются 4 алгоритма. Ставьте лайк, если понравилось. До встречи на следующих видео, как говорят у нас в Мексике. Auf